синем углу ринга. Боец Академии ММА Минск. Тяжелый вес. Мастер спорта по тайскому боксу. Победитель профессиональных турниров по ММА по версии JFC, Top Fight, FFP, Wolf Fight. Больше 93 7 боев, 5 побед, 2 поражения, 22 года. Сергей Двух добавил, забыл. Алексеевич! Просто когда реклама идет, я его чуть-чуть избавляю. Рефери в ринге и в автогоне Евгений Алинцевич. Парни, работаем 3 раунда по 5 минут. Затылок, позвоночник не бьем. Покажите красивый, честный бой. Пожали руки. Итак, главное событие вечера. Владимир Бурый, Сергей Алексеевич. 120 килограмм против 93 практически. Такой настоящий тяжеловес левша против сухарика-ударника. Хорошо сразу с правой попадает. Мощно попадает Алексеевич. Попадает еще и с левой. Бурый сейчас хорошо берет захват. Ой, как здорово, ой, как здорово. Шикарно просто перевел в партер, конечно, Бурый своего оппонента. Просто потрясающе. Сейчас пытается отжать левую руку. Здорово. Пока преимущество в весе, конечно, использует по полной Владимир. Ух, маунт пропускает сейчас Алексеевич своего оппонента. Это очень плохо. Очень плохо для Сергея. Ну и зря, конечно, Алексеевич пытается отбиваться. Здесь надо вставать. Вот, прекрасный, прекрасный свип. А вот уже вот тяжело будет Бурому все-таки. Пытается он, я так понимаю, что раз... Ох, ну это жестковато. Он что-то ударил, Алексеевич. Сейчас пытается в такой вязкой борьбе выйти на удушающий. Нет, нет, не пытается. Ну, посмотрим, будет Бурый подниматься или нет. Пытается спину забрать Алексеевич. И быстро к сетке подходит Бурый. Посмотрим, что будет здесь делать. Здесь, ну, задача у него проста. В общем-то, с одной стороны. Ну, Алексеевич очень резко и здорово бьет, кстати говоря. Пытался подсесть сейчас. Развернуться, вот, развернуться на него! Встал на ноги! Пробуй. Давай. Что, неужели посмотрел задушить? Прекрасно, прекрасно, Сергей Алексеевич удушающим приемом выигрывает этот поединок. Здорово именно заломал его так шею и не дал возможность Бурому выйти из этого положения. Ну что ж, изначально, конечно, очень трудной была ситуация Алексеевич, но сумел подняться, сумел выдержать вот этот первоначальный натиск, а затем в прекрасном стиле провел удушающий прием, скрутив именно шею. Здесь, конечно, очень было больно, и давление было чудовищное. И не только на шею, но и на челюсть. Владимиру Бурому. Вот так вот, так прошел турнир, первый турнир Road to NFG на телеканале M1 Global. Мы увидели три полуфинальных поединка. Победу удушающим приемом за 2 минуты 23 секунды одержал боец Академии ММА Минск Сергей Алексеевич. Мы увидели три полуфинала. 25 числа нас ждут три полуфинала в весовых категориях, в других весовых категориях, соответственно, и финалы сегодняшних боев. Также нас ждут еще...